Закрепляем бумагу малярным скотчем по краям. Это будет наш с вами паспарту. Далее карандашом отрисовываем кота ученого. Старайтесь сильно на карандаш не давить. Рисунок потом мы будем стирать. Я рисую кота на дереве с книгой в руках. Можно нарисовать очки, монокль или пенсне. Далее работу я обвожу фломастером. Небо я решила сделать полосками. Вы же можете нарисовать на нем солнце или облака. Стирательной резинкой стираю карандаш и убираю крошки. Предлагаю фломастерами раскрасить кота, а цветными карандашами фон. Фломастеры ярче, чем карандаш. Таким образом, кот окажется на переднем плане. Мой кот одет в жилетку, рубашку и бантик. А вы же своего кота можете одеть свитер или футболку. Я своего кота решила сделать оранжевого в полосочку. Ваш же кот может быть черный или серый, может быть триколор, а может быть розового цвета или фиолетового. Это же кот ученый из сказки, поэтому он может быть таким, каким вы захотите. А может быть вместе с ним на дереве сидят котята, которым он читает сказку. Или прилетела какая-нибудь интересная красивая птица. А может быть, кот ученый решил перекусить, и у него кофе-брейк. Тогда у него в лапах может быть чашечка кофе или какао и вкуснейший кекс. Раскрашивая листья, смотрите, чтобы листики между собой не перекликались по цвету. Небо я решила сделать синими и желтыми полосками. Далее на небе фломастерами я нарисую орнамент. Это добавит работе деталей, сделает ее более интересной и графичной. Также фломастером я обвожу листья. Это добавляет им объема и глубины. Темным фломастером я обвожу темные листья, светлым светлые. Не забудьте обвести черным фломастером кота. Останется только обвести рамочку и снять малярный скотч. Ваша графическая работа «Ученый кот» готова!